Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я занимаюсь продажами новостроек в Рязани напрямую от застройщиков. Если интересно, обращайте телефон внизу экрана. В этом обзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Открытие». Город Рязань, Дашков Песочный, микрорайон номер 7. Строит застройщик группы компании «Единство». Ну, видеообзор свой начинаем. Перед вами жилой комплекс «Открытие». Состоит из двух очередей строительства. Вот чуть левее уже с покрашенным фасадом. Это первая очередь сдачи в 2024 году. Внизу вы видите нежилое помещение, то есть у жителей жилого комплекса «Открытие» будут под боком магазины, какой-нибудь сетевик и целую кучу полезных помещений под услуги, парикмахерские, там много-много чего интересного и полезного даже для жителей. С правой стороны второй дом жилого комплекса «Открытие». Сдается он попозже, соответственно, квартиры в продаже во втором доме больше, чем в первом. Но сам знаю, есть покупатели, которым надо вложиться, купить квартиру для проживания в ближайшем будущем. Кто-то вкладывается на будущее, на какие-то года, пускай дом строится. Поэтому и для первого варианта покупателей, пожалуйста, первый дом, кто хочет купить, получить ключи в ближайшее время. Кто вкладывается на будущее, такие планы, пожалуйста, можно рассмотреть во втором доме. Квартир тут, соответственно, побольше, потому что он начал продаваться позже. Так, строительство идет интенсивно. Дальше еще будет строиться и развиваться жилой комплекс «Открытие». Поэтому вот знайте или вспомните, что такой дом есть. Если ищете квартиру в Рязани, обратите внимание на жилой комплекс «Открытие» от застройщика. Показал вам стадию строительства жилого комплекса «Открытие», город Рязань. Нужна какая-то информация, консультация по ценам, планировкам. Захотите прийти на стройплощадку, посмотреть квартиру своими глазами, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Внизу только в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценами, планировками. Посмотрите, если интересно, будут вопросы, задавайте. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания.